И, значит, в этот день прихожу, или домой прихожу, и она мне звонит. Алиса, можно к тебе сегодня прийти? Я говорю, в какое время? Откуда я мог звонить? Ну, ладно. В какое время? Он, ну, сказал, примерно 5 часов. Ты будешь дома? Я так прикинула. А мы успею ли я сделать то, что я не сделала утром? И говорю, да, это подходящее время. Все. И в это время я начала быстренько все, ну, потому что я не успела утром из-за того, что проспала. Сделала, что могла. Накануне мне снился сон. Вот в эту ночь мне снился сон. Снится мне, что я стою в начале поля, и на нем рожь, кажется, волнуется. Но через поле тропиночка такая идет, которой мы всегда ходили. А она доходит, эта тропинка, до леса. И на опушке этого леса я смотрю и вижу, значит, повыше деревьев, ну, так вот, силуэты вижу людей. Два мужчины стоят. Их там два, а я здесь одна. И слышу мамин голос. И возле меня, я знаю, что возле меня стоят два узла вещей. Эти вещи принадлежат тем людям. И мама мне говорит, Алиса, чьи вещи возьмешь? И я проснулась. И быстро начала собираться на работу, пошла. И вот в этот день она ей звонит и говорит, надо, ну, можно к тебе прийти? И я говорю, что да. А себе представляю, чего он может? А, наверное, там надо было вскопать, там надо было побелить дом, там надо было еще все. А это еще не знаю, ради чего он звонит. Но ради чего-то звонит. Придет, скажет. Все, пришел. И вот мы вот так, кажется, сидели в доме и разговаривали. И ты сказал, я решил жениться. Я говорю, ну хорошо. Ну, кажется, я сказала, женись. Нет, я хочу на тебе жениться. Ну, я не помню, что я сказала. Это и было, да. Она ей сказала, вот это было предложение. И вот этот сон, и тогда я только поняла, что вот этот сон был мне, как бы, ну, руководящий. Я только так понимала. Мама говорит, спрашивает меня, чьи вещи возьмешь?